муха любила по небу летать, ей в голову не приходило рабочее время считать, ей в голову не приходило полетное время считать. Инструкции она не читала и летных законов не чла, летала себе как попало, свободной птицей была. Летала себе как попало и вольной птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел. И бывший и главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. И главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех, и других. И главное, на тренажерах никто и не парил мозги. Короче, не жизнь, а малина, короче, летай не хочу. И лишь об одном сожалела, что Лэка-то не было там, и шансов она не имела вообще никаких списаться никак по ушам. Спасибо.